back. Back to back, yeah, we love it like that. CMC, feel them on the fat track. Innovative styles, break the formats. Ahead by the mile, so what you say, black? We go back to back, yeah, we love it like that. CMC, feel them on the fat track. Innovative styles, break the formats. Ahead by the mile, so what you say, black? It's like 1, 2, 2. Глядя на окружающую атмосферу, то, что происходит здесь сегодня в Комсомольском парке, на самом деле говорит о том, что на самом деле пришел исход зимы. Тает снег. Сегодня прошел первый весенний дождь, хорошее настроение, очень много детей, мам, пап, бабушек, которые танцуют, веселятся, кушают шашлыки, пироги, пьют чай. Хорошее весеннее настроение. И всему этому способствует, на самом деле, погода. Выглянуло солнце, наступила весна, весна наступила в Череповце. Именно сегодня день весеннего равноденствия, поэтому как бы праздник приурочен именно к этому, да? Соответственно, дальше больше, солнце будет все больше и больше с каждым днем. Идея мультиформатного фестиваля у нас давно уже витала в воздухе, да? То есть и множество коллективов хотело проявить себя, множество организаций, каких-то инициативных групп. Вот мы решили всех объединить, обратились в мэрию города Череповца, где нас поддержали. И, в общем-то, мы с ребятами, то есть у нас организаторов там более 20 человек, то есть более 20 организаций, коллективов. И вот все мы вместе вот и представляем таки исход зимы. Это научное познавательное шоу, специально разработано для детей, чтобы дети более, ну, относились к науке лояльно, не сидели за компьютером и не боялись физику и химию на уроках.